За нарушение. Какое нарушение? Статьи 2, пункт 4, 54 федерального закона. Вам объясняли. Вы как все равно, как упертые люди, не понимаете того, что вам объясняют Тарас. Вы умышленно нарушаете статью 14 федерального закона, где написано конкретно, я как лицо обязан вас предупредить. Вы умышленно нарушаете это, создаете все условия, и вы будете задержаны и доставлены в отдел милиции. Дима, так что они говорят? За что они? Ну, ближний свет фар не включен. Что? Ближний свет фар не включен. Не включен ближний свет фар? Это сказал, который сотрудник, да? А он представился? Нет, все нормально. Не помнишь, как зовут? Две причины остановки было. Первая, что похож спецсигнал у меня. Вторая, что не включен ближний свет фар. Убедились сейчас, что это не спецсигнал. Нужно звонить 02, как бы сразу это все зафиксируют. Конечно, давайте звонить надо обязательно. Произвол. Конечно. Не, а какой произвол? Все, не, меня же остановили за то, что у меня ближний свет фар. Он сказал, что он тебя в милицию везет. Да, сейчас. Меня? 20.2 сейчас я буду. Да, 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 да. 20.2 за то, что у тебя идет наглядная агитация, что у тебя воздухи плакаты. Да. Звони, скажи так и так вот. Меня тут трамбует ни за что. Вот ребята уже собирались по домам, уже все ехали, уже расходились. Нет, налетело огромное количество милиции. Зацепились за синее ведро, за вот эту желтую ленточку, которая уже тысячу лет. Которая уже не желтая ленточка уже давно. А то, что у них ДТС прописано. Я так и не понял, что сейчас говорил Петр Чекот. Он сейчас кричал, так что он говорил, он что. Он сказал, что слюной забрызгал объектива. Бирочка вот на этом на автомобиле является наглядной агитацией. Значит, да, наклейка? Да. Вот это, да? Да. Одиночный пикет, как минимум, да? Получается, за несанкционированный, вон, мол, отдел приехал, сейчас будет нас всех, наверное, видеть, я так понимаю. О, приехало подкрепление, похоже, да? Тут не видно, но подъехал целый микроавтобус, видно, ППС. Так, и что еще, значит? И то, что он нарушает требования 54-го закона вот, о демонстрации. Вот, значит, эта машина идет как демонстрация. Вот. Это они, видимо. И демонстрации, состоящие из одной машины? Да, наверное, да. Вот. И они сейчас, видимо, вызвали автомобиль ППС из отдела. Вот, и нас, может, сейчас заодно будет тоже брать. Я так понимаю. Потому что одного брать, потому что огромная паника среди милиции идет. И они а там был знают, полковник Чайко, а второй тоже полковник, да, какой-то? Ну, второй, в общем-то, зам начальника по экстремизму, майор. Закона. Вы все равно устранили. Умышленно нарушаете 14-ю статью. Все это же закон. Так назовите нарушение. Вы говорите, нарушаем. Назовите сейчас вы это нарушение. Повесили на автомашину. Это на год это другая машина. Ее не было с нами. Меня не интересует. Приехал другая была машина. Она там или не была. Вы убрали вы организатор этой акции. В вашей составе колонны идет машина, которая использует наглядную гитару. Ведро. Ведро. Детское. Да, наглядная агитация в виде ведра. Как наглядная агитация. Так. Ведра.